時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来る。飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあるこ、命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
Итак, ребят, всем привет, и мы начинаем прохождение Секиро. Да начнутся страдания. Письмо, брошенное в колодец. Волк, служащий Секиро. Два твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Выберись из колодца и найди башню, залитую лунным светом. Туда можно пробраться даже без оружия. Предлагается неслушно. Будь начеку. Хотел в настройки залезть. Шунгу на семерке. Актеру делаем. Держим прячь в кустах. Или прибегает под полом, можно попадаться на глаза. Сейчас вас не включает, бегает врагов. Попробую крышу. Третий будет пугать к луне башни. Если вас вопрос заметит над головой, кровяк, это я предупреждающий начал. どこにおるあの忍び特に枷などしておりませんが よく来てくれた。久しいな、狼。お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表をあげよう。 くさびまる。そなたの刀だ。我が忍びよ。
主従の約定に従い、命を落とし我に仕えよ。良い。Мишка, здорово, дарованный вам кура. Это реликвия Херата, ведь рода Эсина. Меч оказался потерянным, но теперь оказался во владении волка. Имя меча Кусабимара напоминает его действо должен убивать. Но даже он не должен убивать, а милосердие. Девиз воплощен в самом клинке. Волк. Кизу оттеор ю дана. Со да. Соната ни коре о таксо. Яксуи но хиотан да. Коре де кизу о иасте кре. Благодарю лекарту. Диана и двушественный тыквыль. Благодарю лекарту. Восстанавливающим запас жизни. При отдыхе уровень лекарства во фреге восстанавливается. Диана учеником знаменитого лекаря Дугана. Непонятно, как именно во флаге останавливается ли уровень лекарства. А можно все дело в семенах. Господи, уши. Соната но карада. После того семена. Соно ночи дайджи ва найка. Соно ночи то. Ано йо но кото. Убоете орану но ка? Хой. Нет. Я. Нет. Сисай ва ато ни шио. Има ва. Сейчас надо выбрать. Коно ашино но широ о дасса неба нарану. Гюй. 堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、葦の歯笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。Выигрывали прикрепленными дорожными предметами в быстром доступе, использующихся обратно в ситуации. Например, получив урон, можно восстановить жизнь, используя флаг с лекарством. Я думаю, можно уже сейчас заезжать. Теперь первым восстанавливающее всю жизнь. Данное лекарство, секрет которого передавалось из поколения в поколение, говорят, оно применялось в битвах с незапамятных времен и дал воинам Асина их знаменитую стойкость. Коробка с этими дрожжами служит также и боевым амулетом. Если на бебе боев разрушить концентрацию врага, это может сделать в том числе атакуя его. А дешевшая концентрация враг тянется во время до спасительного удара. Дешев врага концентрации во время спасительного удара.
будете выполнить захват цели, если вы не берете рогатый щиток, вам будет напросто атаковать его, отражать его в атаке и выполнять другие приемы. Здоровье, потому что это жесть. Ага. Я его убил. Жестко. Открываться со стороны, окей, хорошо. Помощь собирает барахетка врага, чтобы ответить чего. Зима будет достигнула очень сильная, потому в очагах скапливается много пепла. Я не хотел прыгать вообще-то.
狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。ギョイ。血の定めから逃れることしかできぬとは。この城を出て、イズコへ参ろうか。まずは、アシナの国を離れるか。あるいは、どこかに身を隠すか。そなたはどう思う？ギョイのままに。ギョイか。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。Thank you.
Сашина, наследник. Оживе, но позен ирай. На похоронах вашего деда. Кейтиро. すまぬ。お任せを。邪魔立てする。ニコの忍びを。 目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。 Копия человеческой руки, снабженная ранними механизмами. Судя по всему, она сразу сделана просчетом на методе модификации и добавления ранних инструментов. Просчет испещрен следами ударов, покрыт многочисленными пятнами крови и масла. Но механизм нисколько не пострадал. Омай-сан. Как тебя зовут? Наванантуи. Сонанми. Твои глаза. Сашизуми, нин не обрета оками, то и такого-ка. Это тебе не касается. Соре на шиноби жана. Ваши ва хотоке о хора на кеа нара. Омай-сан ва омай-сан де ски ни шина. Коно хидори юда. Оре ни нани о шито. そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらい向きの牙じゃろうて。
仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び騎士。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたら、わしのところに持ってくるがいい。任務だと。そうか。このからくり。差しがいいな。任務を持ってきたら、忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。何故俺はここにいる。ただ、拾ったのよ。屍かどうかもわからぬもの。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で捕らわれとなっている。だが、すぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。巫女様の血が利用されるとは、どういうことだ？わしも詳しいことなど知らん。ただ、竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃな。この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。Видение. Для некоторых это способ показать на путь вперед, для других оппонент померится силой. У меня иного речка. У меня много сильного трасса на иной речке. Это контрольная точка. Воздух у идола полностью позволяет мое направление и устанавливается одно единственное воскрешение. Кроме того, к вам в вашей следующей кушении метар были добавлены и танецкие предметы для противора и эмблемы лука. И при этом воскрешают события в ранние враги, играя некоторыми исключениями. Настроенным крюкам можно добраться в недоступные ранее места. Также крюк позволяет подниматься на поверхность разрушенности. Над мостами, на которыми можно зацепиться, появляется круглый значок. Если у меня нет значок, то зеленый значок где-то находится в достигаемости крюка.
вот трофеев богов. Много фондов наслаждений собирают трофеи, родишь вещи и деньги. Теперь найденные в игровом мире отличаются от трофеев топов богов. Их собирать на рождение нельзя. Лучше разбивать при падении, бросить в сторону врага, чтобы включить внимание мальчишки. Ахина любили бросать и разбивать такие черепки. И даже став взрослыми, они забыли старые игры.
Закончим тогда на этом. В смысле, деньги и опыт не потрачены на ваших навыков, попадают, что попало, то попало. Хотя взять никто не знает, однако, попало бы стоит людей, может что-то спрятать. Thank you.
Ладно, ребят, когда на этом закончим, продолжим в следующей серии, короче. Вот. Всем спасибо, всем пока.